когда вы впервые вообще познакомились вот с лентами Барбары, где Барбара Стрейзанд играла, когда вы ее впервые увидели на экране? Вы знаете, не так давно. Funny Girl, смешная девчонка, да? Я посмотрела этот фильм года два назад, и, ну, пересматриваю его очень часто, обожаю этот фильм. И это к тому, что вас вдохновила Яна Поплавская, а Яна Поплавская и Барбара Стрейзанд — это таких два вот, ну, полюса разных, вот, ну, как мне представляется, и по темпераменту, и там, по подаче, и по манерам. Это очень... Поэтому вы меня озадачили, честно говоря. Знаете, нет, это абсолютно никак не связано. Это просто когда я вижу... Со мной все время так происходит. Когда я вижу талантливых людей, когда я вижу талант, мне вы просто про актерскую хочется... профессию только сейчас говорите. Да, ну, в частности. Я замираю и наслаждаюсь... творчеством и действиями этого человека, и ничего не могу с собой поделать, просто восхищаюсь. Ну, когда вы там пересматриваете смешную девчонку, вы для себя примеряете эту роль? Вот как вы бы сделали ту или иную сцену, как бы вы сыграли эту роль или нет? Или вы просто вот смотрите без всякого профессионального вот аспекта? Да, Просто как зритель, да? Просто как зритель, и просто наслаждаюсь этим, потому что мне кажется, то, что, как она сделала это она, это навсегда, и это неповторимо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».